В регионе подвели итоги ежегодного конкурса среди специалистов сферы здравоохранения. Врач Люберецкой областной больницы Павел Коробейников признан лучшим ортопедом-травматологом Подмосковья. Наша съемочная группа встретилась с победителем и поздравила его с заслуженной наградой. Движение, которое вы не должны делать, это приподнимать локоть от этого. Если вы не будете это делать, еще недели, я думаю, вы потерпите. Работа ортопеда-травматолога – улучшать качество жизни пациентов и возвращать им свободу движения. Но в практике Павла Коробейникова бывают случаи, когда приходится спасать человека. Однажды во время дежурства в стационаре к нему экстренно доставили мужчину с тяжелой черепно-мозговой травмой. Времени ждать нейрохирурга не было. Пришлось брать судьбу пациента в свои руки. Мы его взяли в операционную, удалили внутричерепную гематому. Такие черепно-мозговые травмы ведут к необратимому отеку головного мозга, и пациенты в 90% случаев, к сожалению, погибают. Этот пациент выжил. Через 2 года он пришел ко мне. Мы вызвали нейрохирурга и уже совместно с нейрохирургом делали пластику трепанационного отверстия. И вот он мне, наверное, месяц назад, у него вторая дочка родилась. Свою карьеру Павел Николаевич начинал в Люберцах. Здесь же трудится и по сей день. За 20 лет работы он ни разу не пожалел, что выбрал именно этот путь. Медицина сначала была детской мечтой, потом стала реальностью, а сейчас – смыслом жизни. Как-то взял я свой отпуск все 1,5 месяца. Через месяц почему-то мне чего-то в жизни стало не хватать. И я понял, что я без медицины вообще не смогу. То есть я только это и умею. Вдруг выиграю много денег, найду клад, что угодно. Я все равно останусь работать. Бесценные знания и опыт Павлу Коробейникову передал его учитель, бывший заведующий травматологическим отделением Ухтомской больницы Владимир Мартыненко. А теперь он сам наставник для начинающих врачей. В плане лечения больных, если бывает тяжелый случай, мы всегда опираемся на Павла Николаевича. Наш учитель во всех случаях всегда отдельный совет, тонкий подход к пациенту и подсказывает, как вообще молодым врачам вести прием, лечение. В этом плане я очень благодарен Павлу Николаевичу. Профессионализм люберецкого врача заметили и на областном уровне. Павла Коробейникова признали лучшим ортопедом-травматологом Подмосковья. Такого звания он удостоился за многолетние наработки и постоянное совершенствование. Под его руководством в округе активно развивается амбулаторная помощь пациентам с травмами, не требующими госпитализации. Луиза Егазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.